Всем привет! С вами Исхан и игра Counter-Strike Global Offensive. Да. Все-таки у меня довольно длительное время была какая-то проблема с этим КСом. У меня постоянно призы какие-то непонятные были, блин. Пинг вообще какой-то бешеный. Ты поймешь, что происходило. Картинка дергалась как не в себя. Так что долгое время не мог играть в нее. Ну как? До этого я еще дольше. Я вообще не играл, забил на нее, надоела на мне эта игра. Тем более, что ничего особо-то достичь я здесь так и не смог. Кто это? Всего лишь Капрал 7, нахуй. Смешно. Блин, ладно. Так, я сейчас сегодня вот зашел, вроде более-менее у меня так пинка, ну не пинка, хуй его знает. Более, по крайней мере, резов особых не было. Размялся в бою насмерть. Ну, сейчас решил зайти в эту запретную зону, это что-то вроде королевской битвы в КС. Такая убогая какая-то, ну пусть попробуем на нее поиграть. Надеюсь, что хоть чего-нибудь добьюсь здесь. Не хотя бы одного кого-нибудь убить здесь надо суметь. Что-то у меня нифига не загружается. На минуту до смены карты. Ты что, мне одну минуту ждать или что? Или что кого? Ладно, подождем. О, наконец-то. Да, одну минуту ждать. Брал я, кстати, галочку найти команду. Надеюсь, меня в соло закинет. Меня кто там не в команде. Подставлять никого не хочу своими кривыми руками. Так, выберите место высадки на хай. А, выбрать место высадки. Я что-то не могу выбрать сейчас. Карта от сообщества сотни. А, это самодельная карта, что ли? Какая еще информация? Это что-то. Покупайте оружие, последний выживший побеждает. Блин, я не знаю, как убить. Блин, мне хотя бы одного кого-нибудь убить, и тогда уже будет не зря играл. Лишь бы не сдох на самом начале, а то я могу. Не понял, это кто? Я не... Ай, кого? Кто там по мне шмаляет? Я не понял, успел приземлиться, по мне уже шмаляет кто-то. Чё, я уже проиграл? Я не успел начать, я уже проиграл. Кто там по мне? Где? Кто? Я не вижу никого. Ну так это у нас, я так понимаю, разминочка, да? Что я никого не вижу вообще. Так, это что такое? А, это карта. А, тут есть планшет. Посвеченный сектор означает вас или врага. Так, в желтой зоне, значит, кто-то враг есть. Это карта вообще странная. Выглядит довольно-таки убого. Ладно, это у нас получается так. Что у нас еще есть? Б. О, а это у нас магазин, типа, да? А карта у нас есть? Нету? А, ну да, ну правильно, на планшете есть карта. Ой, дурак. Ладно. Так, а как можно выбрать зону высадки? Тут же надо выбрать зону? А, ну да, вот и выбрать. Ну, блин, 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 блин. Ладно, давай в бункер. Приземлимся. А, это еще можно это выбрать, да? О, броня и шлем, давай лучше. А ты? Чего? Кого? Куда? Ух, блин, а нафига. Выберите бонус. Ну я выбрал бонус. Броня и шлем. Что еще мне надо? У вас есть броня и шлем. Ну, спасибо. Что есть броня и шлем? Так, 500 денег у меня есть. 500 долларов. Ящики можно что-то там. Так, а как мне? Ой, он ломается. Ох ты ж нихуя я, оказывается. А как можно было приземлиться? Блин, я балова. Используйте меч шприц на X. Блин, балова.
денежка. А как это? Никак не открывается, как можно открыть? Не. Экзопрыги какие-то. О, заложник? А зачем мне заложник? А зачем мне подбирать заложника? Идите на. Нафиг он мне нужен. Так, ну-ка. А что-то у нас пока. А, пока не да, я не могу сейчас быть. Надо, кстати, выйти отсюда. Что такое? Надевайте парашют, а нахуй мне парашют нужен. Ну да, это если в воздухе будет. Чего мне отсюда выйти-то нахуй, а? Мне отсюда выйти надо как-то. Блин, зашел, а сейчас. Я сейчас, походу, блин, так от зоны откисну. Макар. Блин, да попади ты по нему. Денежки, денежки это круто, ну. Ну что, кто-то есть? Где ты, где ты, где ты? Ладно, давайте заново. Сука, я вообще не понял, где он. Зараза. Это вот он меня убивает, да? Ой, я вообще потерянный, как вообще, как блин, как... Ой, смешно, блин. Играть снова, конечно, блин. Так, ладно, давайте попробуем еще раз. На этот раз, я надеюсь, я так сильно не облажаюсь, а? Да, блин, мне хотя бы одного кого-нибудь дайте убить, а? О победе я вообще не прошу. Так, ну это у нас получается разминка, да? Только там где-то будет должен быть. Где кто? Ну так, ну у нас получается сейчас на разминке нету никакого. Деньги нету. Я так понимаю, да? Это там кто-то должен быть. Я все равно нихуя никого не вижу. О, кстати, интересно, что будет? О, взрываются? Прикольно. Бочки взрываются. А, она еще и сверху упала. Нормально. Я никого не наблюдаю. Блин, с моей внимательностью, нахуй хуй кого увидишь потом. Да. Кстати, что тут у нас есть вообще? Ладно, давайте выберем сейчас место посадки. Надеюсь, в этот раз я, блин, не откисну так тупо. Так, давай посмотрим куда. Северный тоннель. Ну, опять же, бронющий. А что еще тут брать? Больше остальное это все, по-моему, мусор. Давайте живее. Все, летим. Летим! Куда-то мы летим. Блин, куда-то я лечу. И сейчас куда-то вообще не туда упаду. Блин, ну еще и оружие опять нет. Тут есть что-нибудь? Раз. О, что-то есть.
У меня уже есть броня, бля. Ну что, это все, что я получил? Молоток? А, сейчас молотком, блин, я дохуя навою. Так, тут уже кто-то есть. Тут уже воюет. А я с молотком сейчас дохуя навою. Да ты залезь ты уж нахуй! О, наконец-то, блядь, я думал, ты сейчас залез. Так, а как мне? Это с первой волны авиаударов. Еще авиаудар есть? Так, меня кто-то дроном палит. Вот, тут кто-то есть, да? Не круто. Ну, я сейчас опять кисну. Надо же... Тут кто-то есть уже. О. Ой, я куда-то упал. Сука, я опять упал нахуй. Взрыв где-то рядышком был. Так, а как мне открыть-то? А. Очень неплохо. А, на Е? Так, здесь не работает, да, это хрена? Хрена это. Ну, конечно, здесь нет. Так, X. Блин, а здесь вообще я хучу найду, походу. Нужно туда сваливать. Ну то, что я сейчас откисну, это факт. Здесь что-то народ дохуя, я смотрю. Эй! Блять, ладно. Так, не весело. У меня все получается. Но в этот раз я хотя бы выстрелить по нему успел. Уже не так позорно. Будем считать, что в этот раз я просто неудачно приземлился. Играть снова. Я первый подох, что ли? Охуеть, я самый первый помер. Ладно, хуля. Мы кого-нибудь видим? Мы никого не видим, как всегда. Кто-то где-то уже есть, кто-то уже где-то воюет. Вон они приземляется. И не один. Там кто-то упал, видел. Пойдем, давайте попробуем хотя бы на разминке взять. Ага. Ага. Сбежал. Да что ты как? А чё? А, вспомнил. Сука, взорвал бочку. Он взорвал бочку. И чё это? Я сейчас в воду что ли? Утухнусь. Так, ну-ка давай-ка вон туда пойдем. Там сейчас челик. И не один. А. Ну что? Эй, да что ты видишь? Ха, хоть одного кого-то грохнул. Хотя бы на разминке. Все, я на разминках, даже пусть и на разминках я кого-то убил. Все, и теперь день прожит не зря. А, поздняк, вот так я уже выбрал. Нельзя снова выбрать. Ну ладно. Окейушки. 17 человек.
Толку-то мне от этой брони, что она у меня есть, если я, блин, дохнул самый первый. И куда меня унесло, зачем куда-то в сторону? Вообще унесло. Ага, это там. Здесь денежки должны быть. Так, ну надо. Ну давай. Патрончики. Тут у меня куча патрончиков. Не открывается. Не знаю, нахуй я это делал. Граната. Нахуй мне граната. Вы открыть меню покупки. Вам стал доступен следующий предмет. Пистолет пулемет. Пистолет пулемет. Там где-то в той зоне череп должен быть. Да, в той зоне должен быть череп. Надеюсь, я замечу его первый. Конечно, навряд. Где-то здесь должен. Ну, а толк там, блин, его там сейчас хуй найдешь. То есть он меня тоже должен видеть уже. Вон он видит по-любому. Да, хуево. А я сейчас, если туда пойду, я просто буду как. Как одна открытая, блин, мишень, нахуй где. Думать, что попадет, а он попал, смотри-ка, пидорас, он попал. А я-то не попаду с такого расстояния. Да. Иди тогда нахуй. Что, тебя пасти, что ли, там? О, вас двое. Понятно. Идите нахуй. Так, здесь. А зачем ты щит-то взял? Вот. Пусть-то был. Щит, да щит. Только от него тогда никакого. Дроны летающие. А, пойдем убиваться от другого от кого-нибудь. Кто-то здесь должен быть. Зараз. Ну, залезь ты, не хочешь? О, да, и детка! Все, блин, день прожит не зря, я хотя бы одного кого-то грохну. И то круто. А большего мне и не надо. Что возьмешь? Это челик был, блядь, бедный вообще. А да, побольше денежек мне даст. Одиннадцать врагов стало. Сколько так этих 11? Ожидается сброс спецснаряжения. Где? Где-то там. Ну туда сейчас, блин, побегут народу.
Народу-то туда побежит часа. Блин, я еще никого не вижу опять. Вот эта вот проблема в этих голодных играх постоянно в том, что я никогда никого не замечаю. Блин, когда кто-нибудь появится, хуй поймешь, блин. Выскочит как черти из табакерки, блядь, хуй поймаешь. О, бежит, бежит, бежит. Че, я убил, что ли? Вы серьезно? Я убил кого-то? Так, а у меня патроны. Блин, у меня патроны последние стоят. Кстати, я что еще заметил. У меня здоровья нет. Так, ну ладно, двоих грохну. Ага. Прикольно. Там череп. И не один. Там двое. А, все, меня убили. Блять. Не, ну в этот раз гораздо лучше получилось. Хотя бы двоих грохну. Это правда второго случайно. Там у него здоровья, походу, не было уже. Поэтому убил его. А, они в команде, что ли? Я не понял. Они вдвоем в команде? Да он меткий, а? Вот могут, когда хотят. Объявляют, как долбоёб. Ай, еженедельный бонус. Ладно, для видео этого хватит того, как я играю. Я-то продолжу дальше. Мучиться, блин. Но на этом я видео остановлю. Вот такое вот у меня получились результаты. 2 убийства. Врагов ранено 4. Ну, для меня это уже прогресс. Все неплохо получилось. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.